К чему стремятся буржуи, вы все делаете, молодцы. Будете на полях работать, где вы будете? На тракторе. Виноград давить, опта ставить. А я могу смотреть видео, какое вы вставляете. Так, следить за полостью рта, чистить зубы. Это я никогда не чищу. Опа, все зафиксировано. Вечером прополоскать рот, почистить надо, да. А вот мои внучки чистят утром и вечером. Заколебаться можно. Так, гигиенические требования к форме. Футболка, носки следует стирать не реже одного раза в неделю. Куртку, кимоно, спорткостюм надо просушивать после каждого занятия. Стирать не реже одного раза в две недели, после 6-8 тренировок. Это после 60-80 тренировок. Нужно кимоно стирать. То есть они еще за 3 года не набрали столько, поэтому они уже не стирают, ни кимоно. Я молчу дальше. Борцовки должны быть чистыми. Воды мыть их не рекомендуется. У вас борцовок нет, потому что вы борьбой самбо не занимаетесь. Если бы занимались борьбой самбо, у вас бы их тоже не было. Ходили только в досках. Спасибо. У вас кимоно у многих нет. О чем вы говорите? Только доски. Так. Во время тренировки в одежде не должно быть металлических частей, пластмассовых частей, деревянных частей. То есть заклепок, этот... В форме надо быть. Надо быть в форме. Да, без подштанников. Так. Входить в зал следует только в спортивной форме. Так как у нас зал там, вы проходите и заходите. Тут все есть. При входе в зал необходимо оттереть ноги. Да, а не ходить по татами, блин. В говнодавов своих. Заходить в туалет в спортивной обуви не разрешается и босиком. И на соревнованиях тоже босиком нельзя ходить. С собой тапочки надо взять. А то как царани бегают босиком. Или в кроссовках, знаешь, что стоит. Так, предупреждение травм. Значит, еще раз. А можно мы пойдем? Безопасность во время занятий обеспечивается следующими правилами. При выполнении приемов и упражнений вы должны подстраховывать друг друга. Все приемы, броски, болевые, переворачивания, удержания следует выполнять так, чтобы они были наиболее безопасны. Поэтому необходимо следовать указаниям тренера и соблюдению правил соревнований. То есть правила соревнований говорят, что, например, при проведении подхвата нельзя падать на голову. Да, нельзя делать болевой со стойки. И еще. Страховка. При бросках включать падение партнера, поддерживая его. При разучивании приемов бросать партнера от центра на край ковра. Не бросает партнера в том случае, если место, куда он должен приземлиться. А, я извиняюсь. Сейчас, 2 секундочки. Встали! Встали, не надо! Они устали. Пришел за директор Виктор. Встали, просто встали, не надо кланяться. Они мели. Где? 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 Девочки, там нет. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите быстрее, время уже, мне в 3 надо. Так. Курс веса прочитали домой. Можно? Да нет, я что пришел прочитать курс. Просто от этого я свой победил. Позже все маленькие пришли, сейчас я помогу. Да.
знаете что? Я позвоню, мне нужно, у меня сейчас закроют умер и WhatsApp стрим. Да такой диванский я даже не имею. Потому что по месяцам. Там же хитрый. Зайти ко мне. Я не помню, я не компьютер. Все, я понял. Я не компьютер. Я до 4 буду. До 4 буду. Все, хорошо, я забегу. Хорошо. Спасибо. Так. Дальше. Вот это слушайте внимательно. Еще раз. То остальное, как бы оно понятно, это в общем не делилось. Еще раз. Бросать, поддерживая, при разучивании, бросать с центра наружу. Переодеваетесь, одеваетесь, садитесь. Дальше. Не бросать в том случае, если то место, куда партнера вы бросаете, уже кто-то лежит. И если одна пара борется, все в стойке борются, одна пара в партере, это неправильно, это все должны в стойке, все должны в партере бороться. Дальше. Брошенного, долго не лежать на ковре, боль, это тебе касается. Когда рядом борется другая пара. Вы упали там, и лежите. Сидят тюрьмы. Так, не проводить броски, находясь за линией ковра, в зоне безопасности. Одно дело соревнования, другое дело сеть. Тем более вот здесь, вы там аж начинаете еще дальше бороться. Один должен устать. Не проводить так. Не проводить приемы за границей площади ковра, отведенной для занятия данной пары. Вот я вам сказал два мата, вот вы здесь отрабатываете. И не надо бегать. Дальше. Борец, свободный от приемов, что должен делать? Саня, ты у нас часто свободный. Что ты должен делать? Поднять руку. Не падать. Нет, ты должен сидеть и наблюдать за теми, которые борются. И в случае чего прийти на помощь. То есть крикнуть, еще что-то. Кто-то может столкнуться, может уйти куда-то. Вы посмотрите. Там маты лежат, здесь маты лежат. Здесь окна закрыты. Вискот. Кто-то надо мной смеялся, кто? Что у меня окна закрыты. Кто? Есть такой человек? Очень много смеялся. О, у вас окна закрыты. Да, у меня окна закрыты. Нету травм. Здравствуйте. Здравствуйте, заходите. Так, перед проведением занятий борьбы выполнить разминку. Если при разучении проведения схваток невозможно выполнить действия с оптимальной силой, то следует сменить партнера, то есть он большой. Если партнер во время схватки начинает злиться, постараться попросить тренера поменять партнера. Или продолжать злить. Дальше, во время. Быстро злобно. Он скажет, что он не может. Сейчас я отправлю мешок. Кто такой там мешок? Добров. Добров. Ну другой. Он болеет. Он опять. Так я и видел его на улице сидел. Курир. Перед началом тренировки убрать все предметы. Предметы все, да. Колющие, режущие. У вас вопросы есть? Нету. Почему? Все понятно. Наш тренер все объяснил, мы все поняли и подписали. Спасибо. А кто не подписал вообще? Все подписали как? Так, тренировка у нас. Зой, Марк, Жой, Винни, Лаора, Дой. Зеро-зеро. Зеро-зеро. Только меня позовите тогда. Или Лаура Дольше, чувствую здесь, если 6 уроков. Как? Зеро-зеро. Если вы хотите раньше, значит вы предупреждаете меня сегодня, приходите, все завтра. Я могу прийти раньше. Но по-другому нет. Конечно. Так. Абаби, скажи нам, пожалуйста, когда ты последний раз карал кимоно? В каком классе?
Седьмого или восьмого? Да, 5 лет назад. Так он сейчас мое же. Ваше? Да. Хотите доказать? Это мы. Докажите, что это ваше. Это мое? Да. Покажи мне. Не надо разговаривать. Как ты хочешь что-то от тебя? Да. Да. Так это ты был в третьем классе еще. Так ты в третьем классе в нем был. Нет. Откуда ты его достал? Ты же другой. Я его продал. А, продал? Здравствуйте! Здрасте. Буду здесь. Сергей Анатольевич, можно мы спросить так? Вот все. Давайте вот мы все не против сделать сегодня команду на команду. Ну, пожалуйста, соревновать так. Ну, пожалуйста. Вот тренер. Ксения Александровна, можно вас? Тут можно. Снимаете, можно. Да, Ксения, простите, можно? Ксения Александровна, подойдите сюда, пожалуйста. Ну, как вы сказали, что вы видите? Садитесь. Так, стоп, мы можем устроить складки, я смотрю на чистые белые доски. Так вы тут хорошо моете, что вы не соблюдается. Тут не соблюдается техника безопасности. Они со мной. Давай-ка надевайся, не надо ничего говорить! Ты вчера больной был, что тебя? Сейчас сиди, что ли? Давай переодевайся. Ты больной, вон там взять и сиди. Я нас попросил дома Нелли, дома сестрами их помочь. Что? Директор отжимки дома Нелли. Что ты будешь делать? Помочь светильки нести. Маш, извини, принеси пакетик, да? И потом на тренировку. Хорошо. Пожалуйста, конечно, помочь надо. Сейчас пойду проверю. Ряд, я не буду. Там один цветок, один боев вести буду. Как вы думаете, Ксения Александровна? Эти носки можно вешать? Усташи черные, грязь. Что вы сидите, Петя? Кимоно быстро! Руслана, свою группу быстро кимоно! Быстро кимоно! Руслана, что ты сидишь? Стало как крикло! Хай кимоно, дай! Руслана, иди сюда! Что ты сидишь? Эй! Эй! Что ты сидишь? И что, кимоно одевай? Кимоно, нога у него, засунь ее в место. Руслана, там девочка еще пошла. И вот беги. Сергей Анатольевич, там на Ксюша. Можно, пожалуйста? Домой пойти. Нет, нет. Соревнования по... Так нет, камешки пусть просто сядут. И на неделю. Эй, пацаны, сядь. Послушайте меня внимательно. Вы где 2 недели? Вы где 2 недели были? Дома. Вы что-то делали? Да, тренировались. Они даже не наград не давили. Они только снимали. Мы каждый день разминку делали. Во сколько? 12 все собирались и делали. 12 ночью, да? Да. Ребята, пожалуйста, бороться не умею. Ну, научимся. Вот когда вы учитесь, не дай будет. Вот когда у меня выиграете. Давайте, можно с вами. Давайте. Вот просите у Домбровского, он уже будет. И у Домбровского понятно. Пацаны, я не имею права. Не имею права, потому что вы плохо готовы. А вчера раз вы плохо готовы, я слежу, я даю. Я даю с кем, я знаю, кому что давать. Так. Все построились.
группа на три ездки. А это чей билет? Общий. Чей брат? Мой. С кем был брат? Нет, он мой. Что такое худой? Брат. А что твой брат такой худой? Объедает его. Нет, он даже кушать не ходит. Это мой дед. Андрей. Андрюша. Пожалуйста. Девочки, Петя, поехали. Тед с Герой. Мы создали. Тед по килограмму. Сергей, ну что с детьми делаешь? Так, ты двоечка. Кто, я? Ты? Да кто, я что ли? Поехали, да, ты тоже ломаешь. Хорошо. Сейчас еще приду. Почему тут синий футбол? Ну, посиди пока. Не сижу. Я там не знаю. Так, все. Значит так, Калинери. Дед. Еще раз, смотрите аккуратно. Детей не задеть. Пацаны, вы извините меня, если бы вы ходили все время постоянно, я бы набрал старших ребят, набрал бы 9 класс, 10, там, 8 класс, не было проблем. А так вы то болеете, то не ходите, то водительское дело, то еще что-то. Вы мне уже, я уже от вас устал. Вот у меня есть группа, сейчас еще девчонки придут, и я с ними потихонечку, 3 раза в неделю, буду вот, все, например. Пожалуйста. На браво. Нам этого не было, открою.
Есть, вот это пришло. Если ты Эй, кончай! Разминаем шею. Целую вообще не в правую сторону. А что шею разминаем? Что, стали по кругу? Да. Стали в круг. Пошли, пошли. Так. Этот, когда он вылетает? Пошли, 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 пошли. Так. Если мы... Кто расписывается, я потом вам скажу, что это такое. Так. Андрея. Бога Михаила. Ноги Михаила. Пытаемся у Бога достать до колена. Не падаем, мы не гнем колени. Кто разговоры? Пошли, пошли. Вот, вот. Ну. Это уже через папу тебя называть? Вызови в следующий раз папу, знаешь куда? К директору. Шляпа пришла. Жасмина, Вилпас, Харри Пиди. Я не вижу... Распишите, пожалуйста. Делаем 10 прыжков. Хорошо. Так, там у нас Аделина. Аделина. Здесь. Пошли, 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 работаем. Вадим. Тянем
Вот это прочитай, вот это вот самое главное. Тянем себе. Вот это. Задняя сторона? Я не читал. Не читай, сейчас. Тянемся к левой ноге. Так, точно у меня Владимир расписался. Правее не отрываем от Руслана. Нет, иди сюда. Правую ногу загнули, наклон к левой, правую сторону. Бороться хотел, у тебя все болит. Николай Винукович. Поменяй ногу. Вискун. Что за разговоры, я не понял. Какие разговоры? Ноги вместе. Лбом касаемся колени. Колени не отрываем от ногах. Вискун покажет. Давай. Андрей, Олеся, иди упаешь ко мне. Орехи. Андрей, вот здесь. Я потом. Легли на живот. Сами левую ногу, правую ногу, правую ногу. Так я не понял. Сырбу. Да. А что вы здесь делаете? Идите куртку делать. Перешли туда. Девочки, Вика, Михаила, вот сюда перешли. Жасмина сюда, Аделина сюда. Идите по ноге. Вадим сюда. На эту сторону. Сашенька, туда уходи. Ага, здесь. Давай делай все, что ты делаешь остальные. Коля, делай все, что делает остальные. Так. Еще минута разминка. Хорошо, Матвей, вы перешли сюда. Вы встали. Приготовились. Назад. Падение. Встаем, не падаем. Готовы? Назад. Ногой. Там что у нас? Хорошо, пиши. Раз. Два. Ты делаешь. Куда обратно, в том числе.
следующий. Пошли, поворот придет назад. Пошли. Пошли. Давай, 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 давай. Да, все давай, только аккуратно. Все давай. Будьте аккуратны. Пошли, пошли. Страховка, цицел, страховка, тряпка. Пошли, пошли. Хорошо. Хорошо. Сколько на руках делаем? Сколько на руках? 3 секунды, 4 секунды, 10 секунды. На месте. Только на руках. Осторожно. Кто не может в голове? Так. Ну что делаем? Что стоит? Ну что, одно. Вот я хорошо покажу. Давай, 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 давай. Хорошо, Матей, ну что ты пар? Тренировка еще будет. Вот так вот, Андрей, ставьте. Итак, стоишь без тряпки, пошли, страховка. Аккуратно, пошли. Уно, двое. 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 Хорошо, встали. Делали страховку? Делали, разобрали по пару, что это беде. Раз, два, страховка, страховка. Еще раз все повторите. Еще раз все повторите. Высокий партер. Смотрите, что делает Руслан. Все делают. Иди дальше немножко. Шире, шире. Пошли. С кем? Похож. Продолжение следует...
и меняемся. Пошли. Пошли. Правильно сделали. Техника безопасности. Да, да. Спасибо. Опа-на, все записано. Спасибо. Спасибо или мы вас один? Сюда, пожалуйста. Стой за ним, Лиса. Разгрузитесь. Молодец. Отворот! 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 На снимание сюда! Быстро ушли сели! Быстро ушли сели! Готовьтесь, сейчас вас будут пацаны бросать! Руслана, ко мне! Она молодец, расслабилась! Я же вижу! Значит, еще раз! Еще раз! Сейчас! До и ой! Руслана, два раза я, два раза Руслана. Смотрите, еще раз. Классический захват, три закладчика. Руку отвернул. Видите, она сразу начала. Ушел в сторону и скручиваю. Вот, а голову капусу, капушон. Еще раз. Взял, ушел в сторону. Раз. И страховка. Хорошо. Садись сюда. Садись сюда. Михаила. Аич. Так, раз, два, три. Да. Михаил, возьми. Нет, ты пойдешь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь человек, да? Семь человек. Так, Жасмин. Сюда. Туда. Олеся, туда. Все, вы начали работать. Вадим. Вы сюда. Бери его. Вы вдвоем. Ты делаешь его. Двое, двое. Все, берем отсюда бросаем.
Два раза я, два раза он. Вообще, без отцов. Андрей, вы сюда. Тоже здесь, по этой середине. Работаем, пошли, бросаем. Находи, находи. Да. Хорошо. Стоп, Матея. Матея. Матея, значит так. Сейчас. Жасмина на колени. Алиса на колени. Андрея на колени. Дамиан на колени. Как тебя зовут? Как? Крис на колени. Значит, все остальные ты делаешь два раза, переходишь туда. Там два раза, переходишь туда. Вы будете сейчас на ней попробовать. Итак, приготовились. Ручки. И сюда. Раз. И страховочку. Ну, и что? О, молодец. Давай. Делаем. Давай. Уну. Еще раз. А я скажу, куда перейти. Кто-то. Я скажу, да. Давай. Матери, финиши. Аделина, Жасмина, Жасмина, Жасмина. Пошли. Сторону локтя делаем. Нет. Подожди, а кто с тобой был? Не-не-не, стоп. Да нет, вину пойду. А что, смотри, ты ему делаешь. Да, Михаил, ему делаешь. Пока. Смотри, то же самое, кто? Сэбу, если ты так будешь бросать, ты его тоже убьешь. Еще раз, то же самое движение заднего подноса. Я иду туда, его бросаю, он идет, он сюда. Раз, два, вытаскивает, раз, два, три шага, заднее подноса. Движение, пошли. Сразу, когда начинаешь, уже начинаешь. Бини, поменялись. Вадим сюда, Михаил сюда. Маршевы, поехали. Вот, так. Ты не хорошо ты. Видишь, я что делаю? Делаю воду, то давай. Ты смотри дальше, я пошли сразу. Держусь. Хорошо. Давай. А вы все. Да, хорошо. Что мы стоим? Окей, поменялись. Хорошо, а? Так, я вам это скажу. Этот, Артём, Евгений. Так, я не понял. Все время колени смотрим на меня. Значит, еще раз. Тем, кто самый умный, дают самый слабый. Научите их падать. Да. Насчет того, чтобы... Понимаете, у вас... Посмотрим насчет расписания, насчет этого, постараемся вас разбить с этой группы, чтобы друг друга не мешать. Потому что неделя новое расписание, неделя новое расписание, я все понимаю, но я не могу...
Может быть, вы раньше будете. 5 уроков, значит, будьте раньше. Но так, чтобы они у меня тоже не вылетали. Чтобы если 5 уроков, мы начнем раньше. Сейчас мы начнем, как раз до 2. Будет очень хорошо. Тогда мне нужно. Ты хочешь другую ногу поломать? Сейчас я попрошу. Еще раз. Те, кто плохо падает, а это Денису я там и сверху дам, потому что они плохо свои работают. Поломай, все, даже поезд. Давай. Иди сюда, да. Возьмете их. Они маленькие, возьмите с ними. Я не буду съездить, потому что я уже знал, что маленький. Еще раз, поднять. 2 секунды. 1, 2. И в бок скидываем. И они должны правильно упасть. Вот как он. Вы видели? Еще раз. Вот так должны упасть. Нет, буду убивать. На месте. 1, 2. Посмотрите внимательно. Видите, как он стоит? Вы что делаете? Вы берете и поворачиваете. Ну. Вот. На носочке. Повыше. Вас будет еще раз поднимут, потом раз, аккуратненько сбросят. Вот так нужно падать. Хорошо? Так. 10 человек. Еще раз. Распределитесь. 1, 1, 1, 1. Значит, 5 здесь, 5 здесь. Быстро распределитесь. Так. Винкваш. Христиан. Так. Сербо. Сербо. Первый тренировок. Дамиан. Что вы встали? Чищ, боец, чисто. Дамиан. Третий тренировка. Все, вы начинаете делать. Он тебя руку пухнет. Не издеваться. Все, девочки встали, быстро разобрали. Быстро, большие. Быстрее. За смену кого-нибудь. Вот. Сюда. Нет, ты иди сюда. Руслан, иди к нему. Ты идешь сюда. Сюда, иди сюда. Что у меня осталось? Очень. Это будут 4. Жестко. Подвышку брать. Как тебя? Пошли. Аккуратно, привет. Yeah.
Это не ошибка, но мы там поедем. Да. А Маша? Да, Шарль, ты не будешь. Четверг.
А, Джойбер, Джойбер. Сейчас его попадает. 6. А как он сейчас будет первым? Еще раз. А, можем прийти, если будет. Четверг, день города. Четверг, день города, и что? Так, школа не работает. Как ты работаешь? А сможем прийти, вы будете? Ой, я тебя прошу. Я тебя прошу. А что нас не пойдет? А что, поехали, боимся. И я потом позвоню. Спасибо. Все, вы боретесь, 5 минут. Пошли, боремся. По всей республике. А, нет, наверное, скорее всего, только в Чечне. А Щипак учет, ты прав, ну. А ты?
Вы вдвоем туда. Вы вдвоем туда. Ушли туда. Ушли туда. Туда, пожалуйста, туда, туда. Вдвоем сюда. Куда? Вы вдвоем ко мне. Сюда. Вы вдвоем сюда. Вы вдвоем сюда. Вот здесь. Так, Андрюха здесь. Здесь. Так, Ваня. Да. Милкваш. Значит, садись сюда. Так, посмотри на них. Этот болел недавно. Значит, где-то минутку немножко больше с ним, потом минутку с ним. Пусть они меняются. Если они устают, будут меняться. Так, здесь то же самое. Ты борешься с ним, через минуту полторы идешь с ним. Раз, два. Если устал, Ванюша остается с ним тоже. Он будет меняться, а или ты, или он. Готовы? Парты через секунду. Джен! Потом я вас там поменяю. Да? Когда устанешь, скажешь мне. Я поменяю. Не давай сверху, не давай, да? Thank you.
Okay.
не выдавали. Да,
Ну, то сейчас нам придет. Ставим все на место. Нет, нет, вы пошли вокруг. Я хочу посмотреть. Что ты здесь делаешь? Что ты делаешь, сразу сбегаешь? Ты же не делал. Иди, испугался, да? Устаешь? Ничего страшного. Правильно, поработал, отдохнул. Молодец, умница. Я сам его боюсь. Что вы ходите здесь? Прошлись быстренько и встали на свои места, Андрюха, на свое место. Встали на свое место. Сейчас они оденутся, уйдут, и я это самое. Так. Да. Ноль. Какие лекции? Шесть. Чинчи. Чинчи или шанс? Пять. Вторник? Пять. Четверг? Пять. Пятница у вас? Да, шесть. Просто у нас есть 5 уроков, но первый урок она нет. А, первого урока нет, просто идет вниз у вас. Да. 6, да? А Вини? 6. 6. Так, но Вини, когда мы ее, Александрович, я не знаю, будем выходить по гуру, но у нас значит мы проводим тренировки. А то они тогда вообще не. Вообще не. Что там, две тренировки у них. Это. Так. Андрюха, ты учишься с ним? Да. Жень, ты учишься с ним? Да. Ну, сколько у вас? У нас все. А? Все по 5. Все по 5? Ну, мы 6. Когда 6? 4. Завтра. Ну, всегда у вас. А 4? 6, да? Ага, хорошо. Значит, четверг вы приходите в 2 часа, ну что у вас у всех 6 уроков, 2 часа будем работать. А, четверг, это четверг у нас нет, у нас же праздник. Мы не работаем. И вот самое интересное, идет Коля. Все не придут, идет или Коля. Кажется, я прослушал. Быстрая тренировка, Сергеем Казачем. Так, Вини, значит, наверное, мы отказываемся от пардона, все равно не курит, и сделаем тренировку. Там у них, у вас сколько? 6. А у вас? 5. Значит, я еще раз поговорю с директором, посмотрю, потому что надо тренироваться. А то последний будет же умер. Так. Саша, ты как, жив? Более-менее. Крыло показано. Подожди, сейчас мы его закрутим. А ну построились, смотрите. Вот тут. Саня, а ну всех строй. Стройте. Да. Ставь сюда. Ставь сюда, ты как третий будешь у нас это. Смотри, не заправлю. Смотри, он похож на тебя, Винни Пух, не заправлю. Я офигею. Сейчас, 2 секундочки. Ставь сюда. Давим 100 приседаний, 100 отжиманий, 100 пресс. Есть такая видеомоторная тренировка. Это когда глаза закрываешь и вроде бы приседаешь сейчас. Чтобы приседаешь. Вот как спишь, я говорю, сейчас весь пол. Да, 3 приседания, отжимания вверх. Сейчас. Да слышишь, давай. Я напрощаться. Саня, вон он.
Двое! Три! А, мун! Двое! А, вот цель, как там, все же так сделать. А что тот факт? Емовый. Шесть. Он, что вы не делаете? Я не понял. Я не в том же. Все, мы уже сделали. А, мысленно? Как вы сказали. Тогда сядьте, сейчас, 200 книг. Надо один 300 или там. Можешь, пожалуйста, дать телефон Си? Не могу. Да. Это? Да. 50 рублей. Я кину. Понимаешь? А что? Где помехи, пожалуйста? Чтобы вырос. Так, все, построились. Че? Построились? Что Саня нам скажет? Что у тебя было недавно? Коронавирус. А еще? У меня тоже день рождения. И как коронавирус пришел к тебе? Справил вместе с ним? Да, очень хорошо. Очень хорошо. Сядь, вот это тебе. Горький шоколад, блин, потому что ты группу мою. Знаешь, что у Дана тоже было день рождения? У меня тоже день рождения. Воскресенье. Воскресенье у кого? У меня. У кого? 10-го. У меня. У 10-го? Да. Ё, блин. Еще одну шоколад. Да. Ну, мать. Вот это вот. А, брату я не дам, потому что его сегодня нет. Передашь брату? Так, это младшему брату. Так. А это маме передашь. Вот это передашь маме, понял? А он все по дороге стал. Как вернулся? Она же болит сейчас. А что? Кстати, у меня появились автомобили. Тогда дать еще один. Хорошо. Ну иди сюда, когда рассчитываешь. А ты у меня есть друзья в Фейсбуке? Я не пользуюсь Фейсбуком. Так и не надо пользоваться. Ты поставь, будь моим другом и не пользуйся. Правильно, да? Вот я тоже друг. Так у тебя что, день рождения был? Нет, просто друг. Нет, да. Ну тут ты друг. Ну поздравляю тебя. С днем рождения. Но не от души. Сидят, блин. Держи. Ой, как вкусно. Все, теперь угощайте меня. Все, так. Что так, есть за это? Все. Значит так, Санек, ты дохлый, ушел нахуй. Хорошо. Так, Всем до свидания. Я всем благодарю. Ты еще не дохлый. Эй. Ты еще не дохлый. Эй. Так, ты с ним боролся? Да. Да? Давай, Ваня, еще 95-6. Поборешь, я тебя отпущу. Хорошо? Побори с ней. Или устал сильно? Устал. Устал. Андрюха? Да. Боролся. Ты поборешь еще? Хорошо. Все, иди. Да. Так. Так, кого ж тебе дать? Его тоже? Или сам не перейдет? Все. Ваня мертвый. Ушел. Ваня, до свидания. Это чувак, все время спит. А что ты все время вот так спишь? Да. Вот так. Так. Что это? Что так? Да. Так. Да. Хорошо. Хорошо. Все. Хорошо. Давай. Так. Вы. Только я не вижу видео, где ты виноград ставишь. Дедушка, да. Да, он глядится. А ты? А он песни поет, дедушка, и фотографирует. Какие еще песни? Я не знаю, молдавские, наверное. Да, да. Че уже? Как ты не знаешь? Есть. Кто кого? Я его. Я офигею. Андрюха! Андрюха! Так скоро пойдет, ты ему должен пиццу будешь ставить. Если бы не он, еще дам. Все, пошли. Да. Все, покурайте и старайтесь для большой силы. Где да, же... сука, теперь давай. Малыши? Нет, цветок, который носит. Ну, уже пытается... Нет, я видел здесь этого не директриса, а просто она так красиво играла. Ну, что это?
Ксюха. Да, конспект. Конспекты на стол. Все это. Или ты займись уже вот этим. Вот эти, ну, и это, все это, и лечит. Все, Андрей, да? О, модель. Я вот, модель. Как ты сидишь? Все хорошо. Все хорошо? Да. Супер. А у тебя есть щеки? Да. Я потом посмотрю тебе, да. Все, хорошо, хорошо. Так. Ну если ты брови сделала, почему губы не делаешь? Накачал. И накачивать надо. Накрасить надо. Да это как лопухи. Это что, целоваться будет? Нет, это для себя. Мне нравится. Это татушка. Мне нравится это, когда две пьяные сидят. Две пьяные сидят. Кто-то должен пить. Нет, я устроил. Ксюха, ты когда займешься уже, блин, своими этими ботами, калошами, калошами? Они еще, это их дверь, они еще не пускают каждый день, пока ты там каждую неделю приходишь, они же тебя не пустят дальше, пока ты приходишь. Они же, ты можешь до два дня пройти, ну нет, надо, чтобы в голове оставалось, и мы все постепенно открываются. Что они потихоньку. О них, наверное, написано, что у них там тысячи человек там уже прошли, это. А реально кого-нибудь они могут показать, чтобы можно было с человеком поговорить? Нет. Это снова профессия, но у нее другие курсы, которые люди, вот выпускной, в Москве был, там на... И свои заработки. 300, 500 тысяч, 200 тысяч. Что? Так я могу тоже написать миллион. Так, чтобы выпускной был, все ученики приезжали в Москву, что мог, кто ты, не мог. Ты скажи, пожалуйста, какой есть слово «Алексей»? Слышишь? Алексей. Мог вот это тоже стало. И не то. Вот, МСП, МСП, да, витамины, там. Серега, я хочу тебя увидеть. Я говорю, да, ну хорошо. Ну когда? Вот давай тогда. Я говорю, слушай, у меня какой-то тренировка. Он, ну, Серега, говорит, давай. Я вот Юрий сам сейчас просился, пошел, зашел, там сидят они. Я говорю, Серега, это кто? Сейчас, сейчас. Ну, она сейчас прикидывает мне, я говорю, что раньше я была. Я посидел 10 минут, я говорю, не понял, что мне придумал. Бабки с меня взирают. Пошел вон, блин, друг. Ушел. Еще одна там. Вот у нас, когда мы в российское посольство рядом как раз, Гербалат, ну как, ты должна покупать и бабки. Кто первый начинает, то бабки имеет, а кто второй чуть меньше. Третий еще меньше. А человек, как дурак, бабки вносит. Опа! А чего? Так, до свидания. До свидания. Живот или его? Живот ваш. А, живот. Я темный еще это.
Полежи до завтра, и все пройдет. Побежи. Пацаны, идите нахуй все. Они устали. Я весь город расправил. Они устали, они же 40 минут дрожат. Да? Я дверей не зашал. Я надо еще поднимать. Я отправлю, ну вы нахуй. Живой? Ой, блин. Выключайся, камеры, выключайся. Андрюха, уползай нахуй. Миша, прыжи. Когда делали простор? Нет. А он? А он сделал я. Через бедро. Я тебя бедро как-то не упал. Сам упал. Дай мне палку, блин, я его сейчас вылечу, блин. Кыня поганая, сам бросаешь и сам умираешь. Перчатка. Тебе не жалко? Красиво упал. Красиво, да? Тогда ладно. Да ладно. Нет, посмотри, ребро, да. Не болит еще? Более-менее, да? Сбил дыхание, да? Жень, бери его за руку, я за это, мы его сразу подымем. Бери за руку. И вот так вот. Оп! Просок через грудь, я тебе. Хочешь, если он хочет, и ты хочешь, что-то. Нет, все, остальные идите. Это мне. А ты кого ждешь? Она. А он что, еще не ушел? Вы как спешите, мэй? Офигеть! Все, да? Все, слава тебе. Ой, это наш брат. Так, думаю, Жеке надо ходить куда-то, в другое место. Будешь ходить? Хочу опять. Да. Ботаник? Да. Лепс? Ну, три раза. Да. Я уже был там. Значит, тут такое дело. То есть, я с тренировки не работаю. А там вас уфоловый чинч? Да, чинч, там на шептеру. А тут какие есть академии? И кто там тренер? Я думаю, сейчас тебе скажу, Гарби. Да. Гарби? Ну, потому что... А, Кожа. Да, Кожа. Там раньше там, не помнишь, что там. Больше чем нет? Конечно, да? А ты где живешь? Где живешь? А что, раз ты туда не доходил? Нет. А в сборную? Что у вас? Что уже не кушают. Зверь пока раскачается, все перевезут, ну, потом я рассказываю. Выгнать из-за там, а там, там выгнал, все, там все ушло. Там полмира. Там полмира.
Значит, главное, чтобы два так. Есть несколько вещей. Есть Новый Кристо, есть Олимпия. И есть, да, вы не видели. Хотел так туда? Да, я думаю, что открыто. Пока подумал. Значит, ну мне же не было в манеже. Есть манеж, но я не знаю. Но в принципе, но они, там тренера тоже они с собой чуть-чуть держатся немножко. Это Олимпия и республиканский лицей. Республиканский лицей Водокан. Это тоже было? Да, оба Олимпия. Вот смотри, где тебе удобнее? Угу. Да? Можно какие-то они там. Посмотри. Смотри, нет, дому службу я могу тебя пустить. Я позвоню, попрошу. Это где? Это лицей. Да. Я тогда его попрошу, потому что хорошо дитя, все. Но я его попрошу, чтобы он разрешил. Понимаешь, человек должен, ты себе отсюда бежишь, я должен попросить. Ну они знают, что нет, то, что знают, это должен я попросить. Раз, два. А во-вторых, мы посмотрим, когда он. Ему что же чужих неинтересно тренировать? Mm-hmm. Вот ему неинтересно чужих тренировать. Но раз ты покосили там хорошую конкуренцию составляешь, он тебе будет брать. Вот. Но мне нужно с ним поговорить. Посмотри там по каким дням, и я тогда просто ко мне позвоню, посмотрю, когда ты будешь туда ходить, и скажу, когда ты. А какой он тренировать дня, думаю, вообще в Викарезе. Пора утром нет, а утром еще не пьется. Да. Я здесь. Иногда лицей просто. Не стоит, потому что потом догоняет надо. Это. Что ему там делать? Кросс? СНТ. Все, у них это самое? Ковер есть? Да. Утро? Да. Я здесь. Я здесь. Лавропок у вас лекция начинается. Лавропок? Да. Ну, если хочешь, я могу приходить к себе. Просто бегать и подключаться. Два-три раза в неделю. Можно сделать и да. Техника. Техника. Отработка. Отработка. И потом. Зачем? Чтобы ну что вот. Зачем? Мы учим, и потом рано. Утром рано плохо учиться. Нет. Я уже тренировал. Я утром делал 3-4 тренировки. Утром 3-4 вечера. Как робот, поймаешь, рано стоит, приходишь. Ну, Зачем делать отработку? Во-первых, нужно дыхание, да, ты должен успеть восстанавливаться. Для этого утро, три раза. У меня Мирча, Стасик, Вика, девчонки, все, кто в лицее тренировался первым, мы утром делали лун. Марк Вини, кросс и немножко качаться. Больше на кросс. Человек, когда кросс, восстанавливается сердце. И они у меня, если бы не призеры республики, Вика, 6 человек было призеры республики. То есть вечером они приходили, работали, потому что силы были. А утром, спасибо, вот, а утром они двигали кросс и качались. Ты чувствуешь себя хорошо, ты приходишь в лицей, ты хочешь быстро учиться, все. А когда тебя тетенька, клёв, он уже в глаза будет. А неделя хорошо, вторая еще ничего, а потом как клуба какой-то. И вот так месяц прошел, я вообще как тупой какой-то был. Прихожу, отработка, потом вечером. Я вообще не такой. Тогда уже так, все, завтра мы идем бегаем кросс. Там Динамо, мы пошли 5 кругов, побежали кросс, они там пошли, покачались, канат этот, помылись и в лице уехали. Все, вот такие люди. Два раза в день и
Тоже ковер и отработки. Это сборы. Не, а сборы три раза в день. Утром сборы? Зарядка. Ты должна отдыхать, ты не должна учиться. Так, ну да, на сборах, а в обычных... Вот скажи, два раза в день ты тренируешься, ты учишься? Нет, значит, ты должна освободить. Учиться. Ну вот, как чему? В лице, и вот в Старомосколе у нас там зал, вот это Александр Невский, у них считается спортивный. У них там утром 8, по-моему, получается ковер. Мой чемпион республики, здесь, который всех в одни ворота выносил, Сережа Гавровский, в одних всех выносил, юноши и молодежь, всех, он выиграл курс. Слышал курс? Нет. Курск, это, слышал курс? Сильная школа там. Сильная школа, Курская школа. И вот он там с чемпионами мира, Европы тренируется, приехал сюда, его молдаване здесь, в одни ворота. В одни ворота первый раз приехал, одну выиграл, две проиграл. Через год приехал, классик его выиграл, еще кто-то у него, высокист выиграл. Я говорю, эй, Сережа, ты что сюда приехал? Он приехал на республику, его здесь вынесли. Я тренируюсь. Что ты тренируешься, Мэй? Ты здесь не был чемпионом мира, ты был чемпионом республики. Правильно, Александр? Да, приехал. Ой, этот, у меня то, у меня, что ты приехал тогда? В одни ворота вынесли, вообще не похоже. Нет, вот он не тренировался, там просто нельзя. Поэтому не должно, понимаешь, все должно совмещаться. Когда ты будешь кроссы бегать? Когда у тебя сердце будет восстанавливаться? У тебя работа относительно. Ты любишь мороженое? Да. Любишь? Я тебе каждый день буду за 500 грамм приносить. Вот месяц будешь кушать. И утром, и вечером. Хорошо? Я думаю, что через неделю ты скажешь, что ты будешь. Уйди ты за твои мороженое. Я постоянно заряд грамм. Да, трезвен, трезвен. Будешь утром бегать? Да, а вдруг угостил. Качалку. И качалку, да, там я приду. И можно сделать и руль. Раны, с этой жесткостью мчали. Еще раз, ковер вообще нет, несколько со мной. Ну, не мясо. Смотри, вот Макс и Жой. Вот Макс и Жой, давай начнем. Потому что я уже приходил сюда. Как придешь, сидишь один, блин. Нафига мне это надо? Я приду сюда, Лора Шапка. Это, мне что же надо перестроиться? Я же тоже люблю поспать. Это мне, значит, не ложиться позже, ложиться раньше немножко, раньше вставать. Ну, тоже тяжело, я тоже перестроился. Значит, Лун, Макс и Меркель, например. Вот, давайте следующий день. Вот я приду, возьмем, скажем, еще кому-нибудь, Андрюха живет в чем-то где-то. Да. Вот кто, вот кто из них может прийти? Быстро? Не придет? Ну, он придет. Вот, если вот, вот, смотри, мы... Потому что в понедельник уже, наверное, сейчас встретимся, потому что четверг праздник будет. Ну, завтра нет. Ну, я завтра буду. Но, в принципе, можно взять и с ними поговорить, и чтобы хотя бы два раза, не три, а два раза. Они начнут ходить, привыкнут, и мы тогда три раза сделаем. Нет, у меня люблю приходить. Ну, они поняли, что это значит. Можно достичь ее. И тебе нужно что? Тебе нужно, вот я же тебе сказал, напиши, скрей. Уну задачи, двое задачи, ну, три. Я тогда буду. Нет, что? Берешь бумагу, ручку и пишешь число, роспись. А как это все по барабану? Это два. Я хочу 60 килограмм. Сам. Сколько? Сажу на 60 килограмм. 60? 60. А, 60. 60, да. Сейчас делать соревнования по самбо еще? Нет, сейчас, сейчас можно по всему. Дзюдо, ори, лосось. Вот смотри, я подумал, может быть, видишь, жена мне сказала, она хотела прийти здесь в волейбол. Нет, я разрешил это делать. Я звонил, директор. Мы разрешили здесь волейбол играть, обычно разрешают, сейчас не разрешили. Мы можем сделать вообще как-то. Вот лично для тебя посмотреть, какой вес,
И я позвонил дому кушке. Eu trebuie să fac un film de 5, dar am pierdut program. Am văzut în față. Am pierdut 4 programe. Și eu, în prea ce e, da? Și ce sunt de la? 52, 53 acum. 50. Nu știu cum te dă 25. Dar ceva pe secretul nu ești. Să faci secretul? Deci, vedeți, este în acolier, arbitrile, așa? Мальчик? Нет, родители мали, большие, шуми. Мой папа большой. А у тебя есть брат, фрак или да. Есть? А он большой, а ты маленький? Нет, ну да. Я... Надо, надо будет это... Меньше. Меньше. Одежда, да? Потому что еще надо посмотреть, кадет, ты кадет или жуниор уже? Кадет. Еще год кадет, там получается, если кадет у тебя 50 килограмм, самый маленький вес, если жулок чистый, все, давай, ага, если сеньор, 6 лет. Да, ваше яблоко украдут. Можно, можно и так, конечно, просто так прибавить невозможно. До свидания. Но, но надо посмотреть. Я тогда вам постараюсь, кроме этих, здесь сделать соревнования, потом попросить дом кожу, если дом наверное, попросить кожу отсюда, там, вот отсюда, и на твой вес взять 5-6 человек, устроить соревнования, чтобы ты боролся. Потом можно этот, не знаю, как солинки там есть, у них есть, можно и туда пойти. А ты на следующий год приходишь, правильно? Ты же на следующий год кожу приходишь. Да. Да. О. Да. О, я буду так, 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 да, так, походи, походи. Нет, походи, скажи, как ты видишь. Ну, там, мат, свет, как ты говоришь. Я тебе пишу. Света еще все или уже 25 минут? Пошли, пошли. Хотя бы о чем, только вы вот, вот так вот говорите, я вас уже... А ты не слушай. Вот что-то суть. Ты не слушай, Юра. Сути нет. Ну просто... Хорошо, я понял. А на следующий год у тебя возьмет. И знакомый Альчендра выступал. Альчендра тоже, да? Да, он знает меня. А, хорошо. Он знает меня, мой брат.